Появление одних только пожарных машин вызвало у детей бурный восторг. Ведь многие из них не понаслышке знают, что такое водная феерия. Поэтому наличие купальных костюмов у любителей водных процедур никого не удивило. Море брызг, струи воды со всех сторон. Праздничный салют из лафетных стволов вызвал настоящую бурю эмоций у мальчишек и девчонок. Мы на самом деле на водной феерии мы не впервые. Мы ждали ее уже целый год. И сейчас такие непередаваемые ощущения, просто мы очень счастливы. А я первый раз, в принципе, очень здорово, классно. Правда, супер. Классно. Сам понравилось, как нас обливали. Вообще четко было. Промокли до ниточки. Безумно классно. Море эмоций, море впечатлений. Больше всего понравилось, конечно, как обливают водой этот драйв. Эти такие вот незабываемые всплеск какой-то адреналина. Настолько классно. Искусственный дождь – не единственный сюрприз, который приготовили сотрудники МЧС. Посидеть за рулем пожарной машины, примерить ярко-оранжевый костюм спасателя, пострелять струи воды из рукава по мишеням, почувствовать себя настоящим огнеборцем мог каждый желающий. Кроме того, это мероприятие – действенная профилактика безопасного обращения с огнем. Мы приняли такое решение еще раз напомнить о безопасности, рассказать, как правильно противостоять чрезвычайной ситуации, как правильно не допустить ее. Ну и показать возможности аварийно-спасательной службы, МЧС, если вдруг такая чрезвычайная ситуация происходит, как ее правильно ликвидировать. Водный салют стал для ребят лучшим спасением от жары и подарил массу незабываемых впечатлений. И то, что водная феерия станет для детей одним из самых ярких воспоминаний этого лета, сомнений нет.